Suffocate everything, they complicate everything, they steal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, million miles from emptiness. Suffocate everything, they complicate everything, they steal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, million miles from emptiness. Киллен Алексей, и сегодня мы продолжаем проходить игру Killer is Dead. Сегодня я хотел начать трансляции пораньше, я вообще думал часов так в 11 начать, но потом одна проблема, вторая проблема, третья. Но я рад, что хотя бы сейчас я смог уже освободиться и могу спокойно транслировать. Здравствуй, Руслан. Не знаю, про какого ты именно Человека-паука, говоришь, фильм или игру. Музыку я все скину в группу. Настанет, точнее, как настанет этот день. Возможно, сегодня вечером, либо завтра. В общем, вся та музыка, что была, и более того, которая будет, все это будет выкладываться в группу. Фильм я не вижу смысла смотреть, трейлеры, потому что я лучше посмотрю потом именно что, сам фильм. Пока палить не хочу. Также, пока я был занят, успел заняться, так сказать, укомплектовкой того, что собираюсь купить в Стиме. В итоге пока что трилогия Сталкера, Fallout New Vegas, Disciples 3 и 1. Первый куплю тупо, чтобы вам показать. Если, конечно, получится. Посмотрим. Может, денек поиграем, поугараем. Так, также Тургор и Final Fantasy 13.
Так, ладно. Все, поехали в Killer is Dead. Также я уже составил план, что будем играть. Тут скоро выходит фильм «Человек-паук», поэтому... Или уже вышел. В общем, неважно, вышел он или выйдет. Но я решил хайпануть немножечко. И у нас будет на прохождении игра по «Человек-пауку». А может даже не одна. Может быть даже две. Поздравляю тебя, Руслан. Поздравляю. О, как раз 6 июля. Ну, замечательно. Может быть, сегодня начнем. У меня планы постоянно меняются, но я все время вспоминаю про некоторые старые игры. И это меня отвлекает. Я, более того, уже закачал. Я, кстати, таки не проверил Rage. Но сейчас глянем. Сейчас сначала пройдем Killer Instinct. Как сказал Карамбул, то что где-то 2,5 часа осталось у нас для прохождения. Пока что Disciples отодвинется на второй план, потому что, опять же, как я уже говорил, игра слишком долгая, я бы... Ой, Killer is Dead. Так вот, Disciples просто много времени отнимает, поэтому я его отодвину на второй план. Будем в него теперь реже и реже играть. Не люблю я похожее название в играх. Также мне хочется пройти последнего Наруто. Вот я что-то серьезное, я его пропустил. Что-то прям так загорелся желанием поиграть. Мика. Брайан is the enemy. Execute him. Я вот, блин, не помню. Забыл фишки сюжета первого Нира, насколько я знаю, второй Нир с ним связан. Но опять же, я сомневаюсь, что Никита играл в первый Нир. Потому что это игра на консолях, а он на консольных играх, ну, в общем, не знаком с ним, так что... Просто я помню, что там в первом Нире там довольно интересная тема была насчет механизмов, душ и прочее. Но вот только вот подробности я вспомнить не могу. Так что я не знаю, как бы для себя повторить события первого мира, напомнить сюжет. What's the matter? It's nothing. But that's the seventh time this week you've woken up screaming in terror. Брайана комом сбила, снежным. А ей сейчас приснилось, что ее какая-то блондинка загипнотизировала и заставила этот ком как раз кинуть. В общем, господи, просто смотри. Не бойся. Тут сюжет такой, что это просто звездец. I can't believe a killer was hiding behind that cute little face of yours. Who would have thought it? It's not true! No memory of trying to kill you! It's her. A dark, repulsive woman! She haunts me! Mika, can you describe her for us? Chief, that woman appears in my nightmares as well, and I have no idea who she is. It's her fault, I know it! We need to execute her! But to execute someone from a dream... Chief... Она вот на эту похожа блондинку.
Прям очень похоже. This is a special sleep drug secretly developed at Area 151. But that drug is still experimental. We have no idea what the side effects will be. Well, ain't that a shame? I guess we better forget about the job. Boss! Wait. I'll take it. Me too! Well, our extremely competent employees have spoken. Chief Vivian, what should we do? Suit yourselves. Просто стилизация здесь хорошая. Nah, they're just unconscious. То есть, если убрать вот этот вот эффект, который наложили на игру, чтобы припрятать ужасно. Знаешь, вот серьезно, посмотри на здешнюю графику, потом пойди посмотри на графику, например, Катерин, тоже тех времен, и увидишь, что графика не сильно отличается. Но, однако, в Катерин куда как лучше, потому что там нет этого затемнения. В общем, ладно. В общем, я не особо доволен графикой. Я вижу то, что здесь графика на самом деле страшненькая. Просто вот эти вот вечные тени, они приукрашивают игру. И опять же, это не совсем хорошо, потому что в некоторые моменты, вот реально, я замечаю, что мне тяжело сконцентрироваться на том, что происходит на экране. И даже как-то не то, что плохо, а просто, знаешь, как-то все настолько мутно становится. То есть эпилептики здесь реально отлетят от этой игры. То есть это не очень хорошо. Так, понятно. Вот, значит, с чего был пророк. Значит, это все сон был в самом начале. Только у нас теперь есть эта рука. Раньше у нее, у нас не было руки. А, нет. Вот, например, сейчас вот... это просто жесть. Вот, серьезно, вот темно с таким дождем. Хрен поймешь, что на экране творится. Плюс еще блюр. Ну, то есть... этой бы графики еще чуть-чуть лоска, то есть новых технологий, меньше расплывчатости, и было бы замечательно. И меньше вот этих спецэффектов, ну это просто серьезно, это просто ужас. И зачастую ничего не понятно. Что? Он же? А нет. Его брат в нормальном костюме. I saw the whole thing. How you fell into darkness. Sir! I remembered everything. I'm so sorry. I'm actually... Что на самом деле меня? Господи, игра, зачем так все усложнять? Свой копеечный сюжет опять же усложняет. Это представьте, если бы в Devil May Cry начали вот так вот в третьей части, помните? В третьей части мы сразу знаем, это брат его и прочее. И в третьей части Devil May Cry нам не нужно было никаких тайн и прочего. То есть здесь можно сразу угадать, но все равно что-то мутит, да мутит, мутит, да мутит. You cannot simply delete the data you've acquired, because you're human. But, do you know why memories are tucked away? If you constantly remember what's painful, it will eventually enshroud your heart in darkness. So don't try to recall the bad things that you've conveniently forgotten.
Isn't it painful? Нет, опять с ней драться. Если она сейчас выйдет из воды, значит это опять с ней драться. А нет. No. This memory is a lie. I never knew the Young Moon River. Right. This is the world that your tainted blood has created. There is nothing as easily affected as the human memory. Get out of my head! А, подождите, может имеется в виду то, что не он был знаком с ней, а как раз его брат, Дэвид. Я вот так, кстати, и подумал, что, возможно, это он видит воспоминания Дэвида. Что за... Это сиськи? Сиськи? Это груди? Ну, ну. Да, определенно это груди. Японцы? Японцы. Ой, черт, что происходит-то? Ох, черт. Так, все, конечно, хорошо, только все плохо. Так, а что такое? Ого, ого. А, ничего. Ай, блин. Ну ладно. Я не просто так качал регенерацию. О, черт. Я пока не совсем понимаю, как мне с ней драться. То есть, ну, нет, я понимаю то, что я могу вот продолжать в том же духе, но неужели это и есть правильное решение? То есть увернуться от этой вот хрени не получается. Вот опять же, я сейчас пытался увернуться. Серьезно, а не. Я ни хрена не понимаю. Что-то у тебя глаза не болели до того, как я не стал жаловаться. Не, на самом деле я понимаю это. Я говорю, вот, блин, вот смотри, видишь картинку? Ладно, стиль, но все слишком расплывчато. То есть вот эти вот. Отблески вот эти вот, они слишком по глазам бьют. Вот это вот излишний свет. То насколько все расплывчато. Это просто мешанина на экране. И это плохо, это большой минус, это огромный минус. Это. Как минимум, этот минус игры не позволит ей стать наравне, например, со всякими Devil May Cry. Никогда. Это просто дурновкусие называется. Я не против такой стилистики, но вот это вот расплывчатость действительно утомляет. No.
Причем, на самом деле, вот я замечаю, когда меня бьют, этого блюра... Ну-ка, подождите-ка. Серьезно, мне кажется, может быть, в настройках можно изменить. Да нет. Да. Да нет, блюры и прочее это нормально, но не в таком количестве. Для реально все расплывается. Это ужас. Нет, на самом деле, просто к такому нужно быть подготовленным. Вот сейчас я вот. Ага. Вот сейчас мне это дико не нравится. Черт. Давай быстрее. Вот во время роликов зачастую все хорошо выглядит, но вот, блин, во время игры это очень сильно мешает. И, кстати, это многие минусом ставят. От уровня к уровню меняется восприятие. То есть, где-то чересчур, где-то нормально. End, о, господи. Какой поворот. Я сразу же сказал, как только увидел вторую тарелку. Точнее, даже когда увидел самого этого Дэвида, так и подумал, что это... На самом деле, я не то что подумал, что это его брат, а... Я сначала просто увидел силуэт и подумал, что это его брат. А потом не сильно поверил, когда... А потом опять поверил. Потом опять поверил. Мне вот что интересно, кто это такая женщина? Она очень похожа на его напарницу. Блондинку. У которой куча рук. Такое чувство, что это и есть та блондинка, ну я имею в виду моделька той блондинки, просто в другой костюм надели. Мими has told me everything about her kidnapping. And how she was brainwashed by David. Boss, was I brought to you by a unicorn? My left arm. Did you? Mondo, did you get your memories back? Give me a copy of the contract. Contract? I want to execute David. Все очень странно, может быть, честно. Да, то есть, можно сказать, странно в хорошем смысле, а можно в плохом. Здесь это странно в каком-то таком промежуточном варианте, потому что иногда очень хорошо, иногда такое себе. Но что я знаю точно, это все можно было сделать куда как лучше, куда как логичнее и куда как приятнее для вообще всех.
и при этом оставить те же самые странности сюжета. Не надо далеко ходить. Блин, у вас всегда есть в Японии примеры. Devil May Cry, Resident Evil, ну, это если вы не хотите шибко выделяться, например. Ну, например, если вам хочется вот такие вредятины вставлять, смотрите на Кодзиму, как у него получается выдерживать. Нужно, так сказать, градус безумия. Даже не знаю, ну у меня все куплено. Почему бы и нет? Не, ну потому что он, у него обычная рука отлетела. Только я вот не понимаю, зачем именно эту руку? То есть, это рука, как я понял, одного из... тех не монстров, а, блин, вот этих вот, кого заказывали. Так что, все, блин, на самом деле, в принципе, все не настолько сложно, просто с уверенностью тяжело сказать. Вот для чего именно эту руку, я не понимаю. Могли бы просто железную сделать. И все выглядит как-то притянуто за уши. Что за лунная кровь, или как они там ее называют? Че, к чему, зачем, почему? Вообще хрен поймешь. Дэвид. Эй, Мондо. Why can't you come in like a normal person? The door's over there. You know how we used to play chess? In chess, the player who makes the first move has the advantage. Which is why the other player should be happy when there's a stalemate. A tie. I don't have time for your games. Did the boss finally take care of his hernia? Yeah, when he turned himself into a machine. I see. Then that's good news. How's work been treating you? Busy. No thanks to you. Don't forget that you had the option of conquering the world with me. I'll run that idea by the boss and give you an answer once we've had some time to think it through. Don't you understand yet? Your so-called boss has been taking advantage of you all along. What are you talking about? You throw the sun at a black hole, and all that'll happen is the sun gets sucked into oblivion. Which is why I've prepared an even stronger black hole. Checkmate. Now, where is Moon River? What are you gonna do with her? Kill her. And why is that necessary? So that you can become ruler of the moon. I refuse. The moon's not enough for you. Well, if you want the sun, then you're gonna have to kill Mika. Sorry, but I've already got dibs on the earth. Then I'll kill you. And take it. You might try. Your very own brother? You really are an impatient one. It's my job, you see. А при чем здесь Мика и солнце?
И да, противостояние братьев намного хуже, чем какой-нибудь Devil May Cry. Они не чувствуются ровными. Sure. Why not? Action games are supposed to have wide open maps. Especially because you're the last boss, right? И вот такие отсылки тоже. Я иногда люблю, когда они неожиданно, но сейчас как-то смотрится странно. И совсем не атмосферно. Потому что для игр подобного жанра... Хотя, ладно, ладно, это уже мои придирки. Просто честно, и местами мне игра воодушевляет, знаете, но местами она прекрасна. А местами вот так... Серьезно? This is new. Careful, Mondo, that's dark matter. Я пытаюсь новые приемы здесь. Слушайте, вот этот вот рывок с мечом довольно часто работает. Да, да. Слушайте, надо было сразу его качать. Если кому-то будет интересно в эту игру играть, то мой совет... О, слушайте, это тоже хороший удар. Только его тяжело сделать. Блин, я нифига не вижу. Самое печальное, что вот подобный блюр, он мешает даже ориентироваться в игре. То есть, у меня-то реакция такая... Ну вот сейчас я просто стоял, решил килиться до последнего. Но все равно, иногда, вот реально, вот эта вот мешанина на экране, она очень сильно мешает. Мешанина мешает, вот, например. Надо же, здесь даже можно в воздухе врага бить. Но это... Это не совсем удобно. Но на самом деле, что ни говори, а Killer is Dead — это хорошая игра. То есть, серьезно. Она не заслуживает тех маленьких оценок, что у нее были. Это как минимум 7.5, да. Но проблема вот в чем. Эта игра со своим геймплеем вообще, даже с такой графикой, вот просто стилистику чуть-чуть додумать. И это могло быть спокойно даже 8.5. Стилистику додумать, сюжет, графику, ну просто местами поменять. И это бы не было минусом. Нет, нет, это я не насчет тебя, я говорю вообще то, что... Даже для меня. Ну, то есть для меня этот слэшер не будет равен, например, Devil May Cry 3, ну, даже Devil May Cry 4.
Да и Майкро 4 все-таки как по мне получше. Он более разнообразный, но здесь довольно хорошая боевка. В том плане она простенькая, но одновременно с этим интересная. Примерно как Metal Gear Rising. Хотя даже, знаете, скорее всего, это даже игра не на 7,5, а на 7 баллов. То есть, я сейчас вот если так задуматься, вот Devil May Cry 4, да, где-то на 8 баллов. Но это и то, я вот, знаете, я 8 баллов поставил Devil May Cry, только потому, что я в него уже много раз играл, мне было не так уж интересно. Для нового игрока, кто вообще не играл в Devil May Cry, но ему нравится слэшер, возможно, даже очень зайдет, если есть желание задротствовать. А вот для меня, ну, я уже просто из тех людей, кто переиграл. Ну, я много хороших слэшеров прошел на канале. Ну, то есть, как много. Я практически все хорошие слэшеры уже прошел на канале. Я имею в виду на ПК. На консолях я примерно в два раза больше. Примерно. Но, однако, я еще некоторые старые игры не проходил, но там уже с натяжкой можно назвать слэшерами. Вот. Вот, например... Так, например... Я еще DMC не прошел из хороших, которых могу назвать. Не знаю, подлечиться. Metal Gear Rising проходил, Devil May Cry 3-4 проходил, Bayonetta проходил. I had my bats keep an eye on you. Now be a deer and bring that to me, yes? Новые Darksiders это тяжело назвать их слэшерами. Это скорее Metroidvania. То есть более приключенческие. Это все равно, что называть Принц Перси слэшером. Тоже будет неправда. Это больше игры про приключения, а не про миссию. И Darksiders мне не особо. Darksiders весьма унылые игры. То есть они серьезно, они с очень... медленным геймплеем. Даже не знаю просто, как это правильно объяснить. Это здесь? Что? Что-то не понял. Слушай, ну вас кто-то создает ведь. Ну я не знаю, я не играл в Нир, я мало чего про него знаю. Первый Нир был РПГ. Darksiders больше про приключения. Например, вот ты здесь видишь приключения? Да нет. Ты видел приключения в Devil May Cry? Да тоже особо не сказать. То есть, да, мы бегаем через локацию, но по сути... это как вот, например, Bayonetta, то есть в них по минимуму акробатики, то есть вот заметь, в таких играх как вот Принц Персии, Darksiders, в них больше акробатики, приключений, то есть передвижения. Здесь же больше в слэшерах именно драк. Вот чем они, можно сказать, отличаются. То есть в одних ты больше дерешься, в других ты больше акробатикой занимаешься и прочим. Куда мне? А. Bayonetta.
слэшер довольно редко выходит. Хотя нет, все-таки, блин, ладно, я подумаю еще. Какая оценка для этой игры у меня? Тебе-то смысл тебе есть, если слэшеры не нравятся, поверь мне. Слэшеры, они слабо отличаются друг от друга. Везде в основном вот такая вот подобная драчка. Даже в Darksiders довольно много боев. Другое дело то, что вот что мне не нравится в Darksiders, то что там боевка, насколько я помню, намного хуже. То есть там главное не боевка, а именно путешествие, что мне не особо по душе. Вот даже здесь вроде, ну потом поиграю в Darksiders когда-нибудь. Ну попробуем. Как по мне, они лучшие выборы для первых слэшеров. Bayonetta, как по мне, вообще один из самых крутых слэшеров, ну серьезно. Я вот ей без зазрения совести девятку поставил, такую же оценку, как и Devil May Cry. Я просто сам люблю жанр слэшеров, но я понимаю, что в жанре слэшеров я не могу назвать однозначно охеренных игр. То есть, вот серьезно, это большая проблема. Ну блин, точнее, блин, подожди, сейчас я скажу. Например, для меня практически в каждом жанре есть такие игры, которые, знаешь, вот практически идеальные. Вот подобного нету, как по мне, в слэшере. Хотя ладно, я, наверное, привираю. В общем, я не знаю, как объяснить мое отношение к слэшерам. Вот, например, взять Bayonetta. Bayonetta, да, близка к идеалу, но есть в ней одна проблемка. То, что под конец начинает скидывать тупо боссов старых, начинается непонятный платформинг. То есть вот Bayonetta мне, да, финал не особо зашел. Я имею в виду ближе к финалу. В Devil May Cry 4, например, очень сильно вредит то, что локация мала. То есть игра сама по себе маленькая. Это огромный недостаток. В Devil May Cry 3, правда, Devil May Cry 3 для своего времени к ней не подобраться, то есть, для своего времени она была потрясна. Но она страдает такой же проблемой, как и четверка. Перегруженность геймплея. How long are you gonna keep me waiting? It's well past our meeting time. Вот Metal Gear Rising для меня тоже не хуже, чем Bayonetta. То есть, но надо понимать то, что Metal Gear Rising это и не уровень Bayonetta, то есть они немного разные. И по моим ощущениям Bayonetta лучше, чем Metal Gear Rising. Но я просто не могу поставить Metal Gear Rising оценку ниже, потому что я его много раз прошел и получал огромное удовольствие от него. Но я сомневаюсь, если тебе... Вот Нир это все-таки вроде ближе к слэшеру. Я сомневаюсь, что если тебе не нравится слэшер, то что тебе вообще хоть какой-то понравится. Но попробуй Metal Gear Rising. Если тебе Metal Gear Rising не зайдет... И Bayonetta, да, вот, пожалуй, так. Если тебе ни одна из игр прям вообще не зайдет... Ну, то есть... не будет сил у тебя их проходить, то значит, все, это просто не твой жанр. Значит...
либо потом понравится, либо вообще не понравится. Вот, кстати, насчет Байонеты. Киллер из Дэд очень на Байонету похож. То есть, в Байонете какая босс-система? У воротов. В Байонете ты жмешь у ворот вовремя, и ты делаешь контратаку. Здесь то же самое. То есть, система очень похожа. Вот честно, из слэшеров, единственное, что я бы хотел вам показать еще, вот, я сразу вспоминаю Ниндзя Гейден. Вот да, Ниндзя Гейден я бы хотел пройти на трансляции. Хотя бы трешку, она вроде попроще. Пробуй, может найдешь что-нибудь свое. Sleep waiting for you. Who made me cut my way through a bunch of useless crap? Господи, ну и костюмчик. The moon is restless. Блин, надеюсь, я смогу найти игры для PlayStation 2. Ну вот на торрентах, а то. Я ж хочу вам показать God Hand, как минимум. Вряд ли эта игра вообще когда-нибудь выйдет на пойке, там, ну, я имею в виду, в какой-нибудь ремастере. Capcom, наверное, сами уже про нее забыли. А игра шикарная была, с крутой боевкой. Но она была дико сложная, она реально, она там иногда жопу рвет от сложности. И тоже безумная была, тоже веселая. Я до сих пор помню, как горили по яйцам пробивал. Причем это официальный один из суперприемов. Удар по яйцам. I remember now, brother. Remember what? You always talk too much. Да, слушайте, Данте и Вергилий отдыхают реально. В этом противостоянии. Куда уж там Вергилию до этого? Гамаги. О боже, господи, бля. Let's do this. Как же ты задолбал. Блин, я не успеваю.
черт, не успел. Да, я, блин, не успел, не в ту сторону. Да опять, да что ж такое, я не успеваю за ним. Не могу быть так просто. Господи, я что-то в последнее время слишком часто... А, кстати, Асурос Врес, вот он вспомнил. У него у Дэвида была не катана вообще. Это Руслан, господи. Это все нормально. Это уже не повод для придирок. You wrecked your palace. Надо будет потом уйти. Ой, блядь, какой же, блядь, бред. А? Помните, я про вчерашние проблемы говорил? Так вот, дед забухал. И сейчас ко мне просьба съездить, так сказать, в общем, где-то час времени убить на то, чтобы просто-напросто его домой приволочить. Ох... Какой же бред, а? Да я вообще без понятия, Руслан. Так вот, он уже не пробивается. Хотя я, кажется, понял, что это такое. А нет, нет, я ошибся. Вообще без понятия, что происходит. Ну, как всегда в японских играх, оверпауэры пришли.
We enter the final chapter. А у него другой стиль. Да-да, будет по мне. Вот это мне нравится, более-менее честно сказать. Ну, почти честно. Не успевает хилиться. Очень странный бой. Очень странный тем, что сначала, блин, дрались обычные версии, потом суперсильные версии, потом вообще какие-то обычные люди. Don't make me repeat myself. You talk too much. Видимо, действительно. Killer is dead. На самом деле неплохая была схватка с финальным боссом, но, конечно, далеко до Platinum Games, где обычно вообще взрыв мозга, что происходит. Thank you.
Please execute this man. Ничего, фотка Монда сейчас будет. И как это можно было понять? Карамбу говорил то, что ничего, все объяснят. Что все объяснят? Как все объяснили? Я вот нихера не понял. А, боже. Да. Ну там DLC отдельная миссия. То есть там она вряд ли будет сюжетная. То есть там скорее всего будет просто отдельный заказ, вот и все. Поэтому вряд ли что-то нам объяснят. Сейчас, секунду. Вроде никакой сцены не было после титров. Что ж, извиняюсь, мне нужно уйти. Я даже не успеваю посмотреть статистику свою. Потом уже, когда приду, заценю ее.
Так вот, чуть попозже вернусь, мы добьем, где-то полчаса осталось. И начнем что-нибудь новое. В принципе, я доволен Killer SD, совсем не жалею денег, потраченных на эту игру. Она, конечно же, далеко не идеальная, но весьма хороша. Что ж, извиняюсь, но мне пора. Спасибо за просмотр и всего хорошего.